Привет, друзья! Еще один анекдот от нашего подписчика Саши Руденко. Спасибо, дружище. Короче, лес, узкая дорога. Едет навстречу друг другу Д'Артаньян на своей кляче, Илья Муромец на тяжеловозе. Такие поравнялись, встретились. Д'Артаньян такой: «Месье, я подданный великой Франции, вы обязаны уступить мне дорогу». Илья такой: «Да уйди ты нафиг, блин». Он опять ему: «Господин, я великий мушкетер, вы обязаны уступить мне дорогу». Илья Муромец опять ему: «Слышь, да пошел ты нафиг, блин». Этот ему опять: «Месье, если вы сейчас не уступите мне дорогу, я буду вынужден вас вызвать на дуэль и убить вас». Ну ладно, ушли такие за кусты. Через 5 минут выходит Илья Муромец, меч такой вытирает об рукав. Дебил какой-то, чуть проволокой мне глаз не выколол. Пока, ребят, всем здоровья и процветания. Пока.